«Спасение России выйдет из монастыря от инока», — сказал Достоевский. «И мы ждем этого духовного спасения». Как важно понять, что сейчас больше всего нужно для русского народа. Мы читаем о бесконечных партиях, которые сейчас создаются. Они растут как грибы после хорошего дождя. И каждая партия предлагает какие-то свои рецепты на возрождение России, на возрождение экономики и прочее. Того не понимая, что надо обновить русское сердце. Если у вас нет сердца, вы ничего не будете делать. Вы сами знаете все прекрасно. Мы знаем это по каждому, по своему личному опыту, что без сердца нельзя делать никакого дела. Если нет сердца никакому делу, дело не будет спориться. Ничего не выйдет из этого. Так вот, нужно исцелить сердце русское. Оно дряхлое сейчас. Оно опустошенное, безбожием опустошенное. Оно пустое совершенно. И вот нужно его заполнить. И чем его заполнить надо? Молитвою. Вот когда русский человек начнется сердечно молиться, то восстановятся финансы, восстановится все, восстановится. Потому что сердце диктует всему. Диктует рукам, ногам, всему человеку. Уму его диктует. Как делать, что делать, как лучше сделать. Это тайна вообще всякого человека, а в особенности русского человека, который себя назвал Святой Русью. Это слово вышло не из кабинета министерства, это не вышло из-под пера ученого-писателя, это вышло из недр русского народа. Сам Господь его так назвал. И нельзя приписать никому это название. Оно вышло из стихии, из сердца русского молящегося человека. Да, существует Русь, Святая Русь. И чем она больше займет место в России, чем Россия будет лучше жить. Заблудший, страстьми обуреваемый, враждою и завистью снедаемый, соблазном многим самоохотне предавшийся, тебе изменивший и от веры твоей святые отвергшийся, ты, о премилосердный Господи, прости и помилуй, милостью твоею посети, изнеможение духа его уврачуй, прельщение обманов разжени, надлежащие соблазны ослаби, и всяны благодатную силою Твоею защити и сохрани. И сердцу нашему чуете истину даруй. Thank you.
на это надо обратить самое главное внимание, на сердце русского народа, чтобы она молилась. Да, молитва, возлюбленные братья и сестры, это не что-то эмоциональное, это не что-то сентиментальное, это наука из всех наук. Потому что наша главная трагедия всего рода человеческого, что мы думаем одно, чувствуем другое, говорим третье, делаем четвертое. У нас, как по басне Крылова, щука, лебедь и рак. И это участь всего рода человеческого. Так вот, когда мы молимся, то Церковь Христова нас учит, что в молитве должны быть привлечены все силы человеческой души в одну точку. Потому что всегда перед нами должен быть факел огня высшего, чтобы мы к нему стремились. Мы, может быть, не достигнем его, но должен гореть факел высшего духовного звания, высшей духовности. А это есть высшая духовность. Непрестанно молитесь. И как это совершается? А вот так. Если мы попросили Господа помолиться сердцем, и мы помолились, это столько дает радости, столько дает тишины всему человеческому существу. И тут мы заплачем. И мы заплачем, сладкими слезами заплачем, которые омоют нас, как водой от всех грехов наших. И мы никогда этого не забудем. И мы захотим затем снова вернуться к этому состоянию. Ибо это такое состояние, которое не просто счастье. Счастье – это бледное слово. Это блаженство, уже теперь на земле ощущаемое теми, кто испытал сердечную молитву. Ибо на сердце Бог сразу же отвечает. В сердце вся личность человеческая, все в человеке в сердце. Это его динамизм, это вся его личность в совокупности находится в сердце. Человек, который очень образованный, но сердце его занято страстями, это ходячая энциклопедия, от которой холодно. Хотя он знает массу вещей, но у него нет сердца, и он холоден, как лягушка. А человек, простой мужичок, который молится сердцем, ничего не знает, от него идет тепло, как от того мужичка. Помните Достоевского «Марий»? Вспомните, прочитайте его еще раз, и вы увидите, сколько в нем премудрости, сколько в нем сердца и любви. Итак, значит, сердце, оказывается, имеет возможность независимости. И если вот так мы потом захотим снова вернуться к этой сердечной молитве, и идут дальше бесконечные степени молитвы. Но дай Бог нам хотя бы встать на первую ступеньку настоящей молитвы, молитвы сердечной. И от этого выйдет все возрождение России так просто, без всяких хитростей, без всяких программ политических, общественных и социальных. Когда сердце русское будет молящееся, то все будет спориться. Россия снова вернется в тот прекрасный свой удел на земле, когда она будет светлой страницей для всех народов.